много поэтов в современном мире может вас очаровать, о котором бы вы хотели рассказывать все больше и больше знакомым? В творческой гильдии, к счастью, таких людей очень много, и сегодня бы я хотела рассказать о Айе Максутовой. Знаете, когда говорят, что талантливый человек талантлив во всем? Это как раз-таки про Айю, потому что она не только пишет стихи, она и профессионально занимается финансами, спортом, новыми технологиями. В своих стихах она поднимает огромное количество тем, такие как любовь и верность. Я хотела бы прочесть одно стихотворение на эту тему. Я отболела такой. Я не ахну, как прежде, нежным подснежником, который с альпийских лугов ты нарвешь на меня. Я отболела такой. Я не ахну, как прежде, той песни, которую ты пропоешь. Также она затрагивает радость и печаль, добро и зло. Смысл слов человек, гражданин, родное отечество. Чувствуете эту силу слова? Стихотворения, которые задевают все струны вашей души, которые создают впечатление, что автор знает вас гораздо лучше, чем вы сами. Мне кажется, что это талант, который следует ценить, развивать в себе, и он будет лишь приумножаться.